Итак, друзья, выхожу из мастер-класса Алана Брюнера. Вот с фильма, собственно говоря. Задала, наверное, самые меня интересующие вопросы у одного из самых известных гримеров и основателя одной из самых известных профессиональных косметик для грима в кино. Вот. Первый вопрос, который меня интересовал, можно ли стать гримером профессиональным для кино, не имея художественного образования, да, потому что у меня его нет. Я не художник, не рисую, не скульптор и так далее. Ну вот только если то, что работаю визажистом уже несколько лет, также стилистом по прическам. На что я получила ответ, что нет, образование именно художественного, изобразительного для этого не нужно. И второй вопрос, скорее не вопрос, а услышанная фраза Алана, которая, ну, так немножечко вселила, скажем, в меня веры. Он сказал, что увлечен своим делом, поэтому имеет успех. Увлеченные люди, они никак не связаны с бизнесом и торговлей. Вот. Собственно, я тоже никак не могу с этим делом связаться. Большая творческая личность, больше дарю людям радость. Те, кто меня знают, они могут, конечно, рассказать всегда, что я и приду на помощь, и сфотографирую, если нужно. Иногда бывает даже бесплатно, и проведу съемку, и накрашу, и предоставлю костюмы. И всегда я в первую очередь думаю о съемке, и во вторую очередь я думаю о том, что я за нее получу. В первую очередь я думаю о том, что мне нужно для этой съемки сделать, и во вторую очередь я уже думаю, сколько на это я потрачу, буду ли я в плюсе, в минусе и так далее. И вот сейчас, когда Алан эту фразу произнес, я как-то вот для себя поняла, что, наверное, многие правы, и он в том числе. Творчески увлеченные люди, они именно на этом уходят, именно на этом становятся профессионалами, впоследствии чего и получают за это хорошие гонорары и зарплаты. Да, возможно, тот, кто так не считает, вы напишите мне в комментариях, я бы с удовольствием, наверное, на эту тему немножечко подискутировала. Как все-таки вы считаете? Можно ли на том, что ты увлечен делом, построить его так, чтобы оно приносило доход? Или все-таки нужно не забывать о стороне бизнеса, даже в своем творчестве, если ваша работа связана с творчеством, и вы как бы ну, получается, что не хочется никого обижать, да, ни менеджер, ни работник офиса и так далее. Ничего не буду говорить об их работе, возможно, у них тоже бывают творческие работы, поэтому не хочу ни на кого намекать. Вот. Ну, то есть, если вот именно мы говорим о людях творческой профессии, должны они думать о бизнесе или нет? Должны ли они изучать какие-то бизнес-тренинги, книги, я не знаю, там, продумывать свои шаги вперед, просчитывать, как говорили, с клиентом, какие-то свои слова чуть ли не записывать и выкладывать клиенту подряд уже прописанные заранее фразы, да, ну, наверное, многие знаете об этом, что бывает такое, когда вот специально все прописано так, чтобы подвести человека к продаже и так далее. Вот для меня это все далеко, очень далеко, и, ну, не буду говорить, что никогда до меня не дойдет, потому что это скорее сказал бы человек, который не стремится к этому. Я пытаюсь к этому стремиться, ну, как бы вот. Поэтому слова Алана подарили мне маленькую такую надежду, что, может быть, именно увлеченность, больше увлечься своей профессией еще глубже, и тогда она развернется таким образом, что и доход будет приносить. Конечно, все-таки за голодающего художника это я против. Вот здесь я тоже против, если честно. Вот.
Ну, вот такой получился день, насыщенный, интересный, он еще пока не закончился. У меня еще будет встреча с потенциальным женихом и невестой, чтобы договориться с ним на фотосессии свадебной. Вот. И еще будет занятие по танцам. Так что, как обычно, творчество продолжается. Всем пока!